Всем привет, дорогие друзья, с вами Найт Евгеха, и пока вы смотрели, если я не ошибаюсь, дружку шоу номер 8, Гейб выпустил новое обновление 7.06D. Начнем с предметов. Длительность действия Некрономикона увеличили с 45 до 50 секунд. Дальше у нас идет шлем of Dominator. Не обращайте внимания, я всегда его так называю еще с тех пор, как только пришел в доту. Минимальное количество здоровья повышено с 1400 до 1500. Дальше у нас идет эхо сабля. Длительность замедления увеличена с 0,6 до 0,7. Так, дальше у нас идут герои. Первым у нас идет алхимик. Скорее всего, кстати, я просто задолблюсь читать героев, поэтому полный список будет в описании, поскольку героев тут просто до хрена. Дополнительная скорость передвижения от ультимейта была изменена с 30-40 и 60 до 40-50-60 дополнительной скорости передвижения. Талант 15 уровня был заменен с плюс 80 урона от колбы на плюс 100 урона. Дальше у нас идет Баунти Хантер. Ну, пожалуй, самое имбалансное, что считает Ice Frog, если этим он занимается, я в этом не шарю. Скорость передвижения увеличена с 315 до 320. Я заметил, что в каждом обновлении у почти всех героев, каких они меняются им скорость передвижения. Ладно, дальше у нас идет Хаос. Базовая сила увеличена с 20 до 22. Дальше у нас идет Чен. Лечение Heart of God увеличено с 200, 300 и 400 до 225, 325 и 425. Дальше у нас идет Clockwork. Урон хукшота уменьшен с 100, 200 и 300 до 75, 175 и 275. Дальше у нас идет CM-ка. Монокост второго скилла увеличен с 115, 125, 140 и 150 до 140, 145, 150 и 155. Дальше идет у нас Дарксир. Дарксир пострадал сильно. Аж интеллект уменьшили на целых 2. Замедление от ультимейта у нас уменьшено с 0,6, 0,8 и 1 до 0,5, 0,75 и опять 1. Дальше у нас идет Doom. Длительность действия Doom увеличена с 15 до 16. Дальше идет Герокоптер. И ему тоже увеличили скорость с 320 до 325. Дальше у нас идет Инвокер. Кулдаун на Лакрите увеличен с 15 до 17. Дальше у нас идет Владелец Арканы, точнее Ио, который получил недавно Аркану. Бонус скорости передвижения первого скилла уменьшен с 13, 14, 15, 16% до 10, 12, 14, 16%. И это была только самая малость героев, каких изменили. Все остальное будет в описании, так что напишите, стоило ли мне продолжать до самого конца читать, поскольку, я не знаю, мы бы засели, не знаю, минут на 15-20, а если с показыванием всех этих изменений, то есть пробежать, показать, то это, блин, это и там и часа не хватит. Ну что ж, до новых встреч и пока-пока.